Отойдите! Разрыв большой впереди! Этой команды 22 игры, 22 победы. Хочу сделать упор на разницу мячей. Это 25 игров. 125 голов за команду «Космос», пропустил при этом всего 8. 125-8, это тоже о многом говорит, я считаю. И таким образом набрал 66 очков, максимум из того, что мы могли набрать во время группового турнира. Выходите, по ходу, команда из Запорожья заняла первое место. И уже вышли на стыковые игры, где, напомню, играла команда Дюшор из Николаева. Здесь нарушение фиксирует у нас арбитр, а я продолжу. Лучший бомбардир в составе команды «Космос» в групповом турнире. Черпуков Евгений, 32 гола. Также один из лучших показателей среди всех команд первой лиги. Ну и Сапун Роман отличился 17 раз. Возвращаемся к матчу. Это счет 0-0, 16 минута игры у нас идет. Пока больше моментов в обороте команды «Барса». Но мы видим, команда «Сум» неумело обороняется, и однажды уже хорошо вступил голкипер команды «Барса». Сомненно, глаза горят у игроков обеих команд. Это финал. Здесь уже ждет команда «Колос» из «Ковалевки». Там играла «Сартиновка» с «Сверстником». Вчера завершился турнир среди 15-летних юношей. И команда второго года выявляли победителя. Финалисты. Вторую честь играла как раз таки команда «Барса». В финале «Монитеры» правильно выиграли. Выйди, что касается «Барса», есть у них возможность в этот финал пройти, но для этого им нужно обыграть очень неуступчивую, как мы видим, очень мастеровитую команду «Космос». Здесь вратарь не уверен, но... И вышли! Выходите! «Космос» еще развивает свою атаку. Юношеских команд. Помню, в высшей лиге у нас команда может заявить 4 возраста. Касается первой лиги только 2. 15-летний, 17-летний нас разыгрывает. Вадик, так корпус, куда ты пятишься? Разыгрывает первый. Иди, Рома, иди в него! Иди до конца! Учитывая инфраструктуру команды «Барса», естественно, стоит задача выйти можно выше, как можно на более высоком уровне играть. С мячом «Космос». Удачный пас. Пытается перехватить.
Создавались вид ворот, таковых моментов ворот команды «Космос» пока первый удар по воротам, 18 номер у нас пробивался, уже Линников один. 21 минута у нас пошла, и останавливает игру арбитр матча, да, дает новая возможность. Очень жарко сегодня в Днепре, поэтому неудивительно. Также это было в первом матче. Как в первом тайме, так и во втором тайме. Набраться дополнительных сил. Покажем вас мнение. А я у «Космоса» возьму. Тут мне тоже дают. У нас есть вода. Надо бы как будто чай. Пацаны пошли за водой. Почти три камеры посмотрели сегодня. Вот эти из игры. Ни одного гола. Будут ли голы в этом матче? Время пока. Как минимум победителя мы должны определить в этой игре. Поэтому матч закончится в ничью. Будет пробиваться снова 11-метровый удар. Возвращается у нас команда на поле. Минутный перерыв. Я думаю, пошел на ход забил команду. Барса перехватывает мяч. И вот на нападающего. Сергей. Единственный бутылок нападающего. Давай. Старается играть. Сумно, неудачно. Идет подача углового. Завершить этот момент. Но неудачно подает игрок в красной футболке. Тем самым своя возможность выдохнуть своим соперникам. Удар от ворот. Неудачно в очередной раз вынес мяч. Вратарь Барсы. Во второй раз у него получается вынести мяч от своих ворот. Возможно, сейчас придется. У вас есть место в машине? В машине место есть? Посмотрим. 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 Посмотрим.
выносим. Куда на маршрутке поедем? Да. Далеко. Поехали на маршрутке. Мяч. Так, если ты поедешь, то завтра не придешь на финал. Вышли, вышли! Марик, выходи! Космос отбирал Тамич, соперники. Пытался отдать пас 8 номер. Серёг! Я тебя заменю сейчас! 8 номер космоса. Денис, давай! Не получилось, тем не менее, заработал. Углового исполнения изменения Алексея. Сомненно. После этого углового есть возможность, чтобы забить гол. Продолжается атака у нас. Но буквально с ленточки защитник Барса, который стоял на ближний штанг. Зря его туда поставил голкипер. Вынес мяч с ленточки, ворот, тем самым спасая свою команду. Все ближе и ближе к цели. Футболисты команды «Космос». Удается. Ну, отметим, как не существует. На правый фланг, возможно, для навеса, что будет делать. Не выходит мяч. Немного времени, так и вот так. Но все же достаточно. 14 минут играть, основное время. Поворотом, если вы не знаете. Убивает 14 номер. Захар, подборы, подбирайте все, что слетает с головы, подбирайте. Сейчас? Да. Владислав, 14 номер. Да вот так неожиданно. Замену готовит тренер Барсы. Гробки. Вставай, Захар, вставай его. Чин Денис. Стоит отметить, что в составе Барсы всего 3 человека. О замене. Большой выбор из тех, которые могут выйти на футбольное поле у тренера команды. И тренера команды Барса Кочинка. 10 номера меняют сезон. Сергея. Кучин Денис. Он сразу же позвонил в игру своей команды. И дожидает пропущенный голов. Уже на 28 минуте. Проводится первая замена. Тренер команды Барса. Женка Сергеевна, я понимаю, один из основных игроков в составе этой команды. Второй бомбан. В этом полуфинале он уже учиться не сможет. Но будет еще возможно завтра, либо в финале. Барс в финале, либо уже матч за 3-е место. Штрафной. Космоса. Без нарушения фиксируется у нас арбитр Рыжий Андрей. И уже Барса будет выполнять этот штрафной удар. Надежда на то, завершить этот минимум удара. Здесь
хорошо поборолся, вышел на замену игру. Все защитники космоса не выиграли борьбу. Не бросай! Играть. Давай, Леха, ниже! Жара не спадает. Будем надеяться, что завтра во время финала, в 12 часов, немного прохладнее. Идет у нас борьба на каждом участке поля, фиксирует уже нарушение наша разбита встречи. Пойдет на вес штрафную площадь. Достаточно далеко от ворот, поэтому не думаю, что удар по воротам. Навесом пытаться завершить эту атаку космоса. Неудачно он это сделал, и мяч стал легкой добычей вратаря. Дача вперед. Сбивают защитники. Контролировать ситуацию, вынести мяч, и тем не менее Барса продолжает. Это очередная возможность для атаки сумчан. Замена не подсказать, не хуже. Много борьбы, но в то же время хватает и острых моментов. Здесь падение, но не будет фиксировать нарушение. Встречи. Барс, если он может перейти в контратаку, немного сил. Впереди Барсы. Убивать номером на зимой причин. Денисов пытается обыграть своих соперников. Неплохо, у него получается. Бьет пас точно на партнера. Но тут теряется, к сожалению, для Барса мяч. Так вот, и команда Барса решила выяснить, задача поступить не хуже своих 15-летних футболистов. И вчера сыграли второй тайм, еще там 3-1, после первого тайма проигрывали 1-0. Интересно, что игра была, но второй тайм не смог на гол, все перевернулось. У всех команд Барса такая установка, что она во втором тайме показывает всю свою силу. Боня, Боня, стоп, Боня! Второго тайма, чтобы это определить, покажет больше моментов у запорожцев. Разбирайте игроков! Александр, на 80-го метра. Географические условия. Скажет, играет практически дома. Что касается центра, удаления дистанции. Километра проехали, но от этого задачи не меняются, задачи на этот турнир в любом случае за победой приехали, приехала эта команда. И, конечно,
Обороняется, снова торчит, борется. Отставить гол, пас его уже накрыли. Не дали возможность овладеть мячом. Стоит отметить, неплохо пошел в эту игру. Исполнитель под девятым номером. Получается, он не зацепится за мяч. И Барса переходит в атаку. Вышли, вышли, Гарри! Космос снова владеет мячом на чужой половине поля. 36-я минута у нас матча идет. Пока голов мы не видели, как в первом полуфинале, где была зафиксирована нулевая ничья. Так и здесь. В таких матчах, как мы понимаем, один момент может решить исход поединка. И эту команду нужно это учитывать. В первую очередь, скорее всего, ставка была сделана именно на защите. Хотя по действиям космоса нельзя сказать, что он ориентируется на защиту команды. Но Ром, достаточно много создает. Я интернет переключу. Уже несколько возможностей для того, чтобы забить гол, у них были. Особенно запомнился момент, когда с ленточки вынес мяч в защиту Барса. Оставшихся минут до конца первого тайма на космос сам сохранил мяч. Игроков пытался играть своего оппонента. Одного обыграл. Уже наткнулся на второго, который подстраховался. По команде. Барса продолжает водить мячом. Фиксирует тоже нарушение. Фиксирует нарушение, нас арбитры показывают. Желтый карточка на втором номере. За симуляцию, понимаешь? Сразу же не стал церемониться, показал предупреждение. Игроку из Сум. Картинно падал, мы все видели. Пугач Андрей. Возможно, большое касание за спиной было со стороны соперника. Но трудно уже отсюда определить, прав, кто виноват. Ром, иди. Это что-то с YouTube'ом было. Он только запустил. 6 минут. 6 минут вперед всего? Штрафной это YouTube, у нас будет. Это, потому что у нас тут идет с самого начала. Лёха! Я выложу потом на газоне. Команда «Космос». Медицинская помощь. Понадобится игроку. Красные футболки. Остается Надеюсь, что закончат футболисты первый тайм.
Слава. Я потом это, вечером выложу полную. На газоне. Я не верю. Раз, два, три. Не ведется уже. Пока есть возможность тренировок двух команд. Нести коррективы. Выгоду своих подопечных, чем они, собственно, и пользуются. Сергея. Здесь претензии у тренера команды Баса к арбитру. Что много свистит в сторону Барса. Давай, давай, Леха, давай, 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 давай. Самого провоцирования. Или видеоповторы. ФИФА делает видеоповторы. Опасный видимо, момент. Здесь успевает голкипер снова выручить свою команду. Есть возможность, я продолжу свою мысль. Или видеоповторы. Это, конечно, сделало больше пауз во время игр. Но тем справедливее окажется результат. Много и за, и против этого нововведения. Когда у нас очередной момент, снова наступает в игру Влад Владислав. Здорово пока. Руками играет очень здорово. Есть небольшие претензии к его игре ногами. Ну вот. Пока без пропущенных голов. Вылетает. Есть еще, конечно, несколько секунд. Так вот, видеоповторы хорошо или плохо. Есть и противники, есть и сторонники. Но все же больше сторонников. Все не хотят несправедливых результатов. Одного решения арбитра. Одно решение арбитра может повлиять на исход поединка. Негативное влияние. Команду без нарушения фиксирует рыжий Андрей. Мне говорил, наверное, 2012 команда Украины. И Англия, где Маркадевич забил чистый гол, но ассистент арбитра не заметил, потому что мяч пересек лицевую линию. И, к сожалению, для нас тогда не зафиксировали взятие ворот. И тем самым... Возвращаемся на трансляцию второго полуфинала. Сейчас Запорожье. Тестировал. По счет 0-0. Голов мы не увидели. Но по моментам ближе взять ворот были именно футболисты из Запорожья. Пока у нас баллы в матче, я назову составы играющих команд. Команда Барса сунут в футболке синий. Первый номер Цилак Владислав. Ростик Дубина. Во второй номер Галыгин Родион. Беличенко Богдан. Шахавер. Судин Егор. 14-й Слатин Владислав. Третий номер Шапов Владислав. Четвертый Фигач Андрей.
под 18 играет Клиника в 1, если мы видим, прорывает игрок синий в блоке, но не дает листок арбитр матча. Еще замены, но по ходу матча уже разберемся. Переходим к составу команды из Запорожья, команда «Космос». Под 12 номером у нас играет Травис Александр. Второй номер пехота Владислав. Четвертый Пороженко Владислав. Помогай! Третий Пахомов. Александр, там уже сумчане в первых минут, больше проводят времени на чужой половине поля. Атаковали. Не было. Я продолжу. Кузьменко Алексей играет 16 номером. 6 номер Харченко Артем. 15 Ярценко. 14 Максименко Владислав. 10 номер Писаревский Вячеслав. Сапун там. Повторяю, Евгений. Ставлю так жаркий. Интересную команду. Смотрим, кто будет их соперниками в финале. Космос, запорожская команда. Уже Барса, 15-летние. Ребята из той же команды Барс. Пока посмотрим за основным ударом. Но не проходит мяч. 15-летние ребятишки. Команды Барса буквально вчера одержали победу в финале за Лепки из Тернополя, несомненно, старшие товарищи,
тысячного года рождения, чтобы доказать, что они могут не хуже выступить. Выходим, выходим, Гарри! Выходите! Больше преимущества владеет именно команда. Завершили с максимально набранным 56. Тарантино. Получили всего 9 голов. Там он более чем уверенно выиграл. Алло! Офсайд фиксирует арбитр матча. Без претензий тренера. Решению арбитра. Все же уже ничего не изменишь. Пока идет 8-я минута второго тайма. Счет 0-0. Еще ты ходи. Еще оправдан. Забитых у нас голов. Будет игра. Первая игра тоже завершилась там 0-0. Из команды «Старой башни». Еще раз доказываем, все команды настроены по максимуму. Видят нарушения, да, очень опасно принять в ноги своему сопернику, игрок сумской команды. И вот видно, какой номер. Сейчас мы разберемся. Потребуется. Потребовалась медицинская помощь. Виктор Эйзи. Андрей позвал струк, помощь. Да, часть знакомления, игрока команды класса, который отличился. Это как мы видим жарко футболистам двух команд. Дать попить воды. Скорее всего, в середине второго тайма остановит уже арбитр. И второй тайм предоставит возможность своим игрокам. Проводит воспитательную беседу арбитр игрока на собственной площади. Возникла небольшая потасовка. Ну, двигались эмоции, сейчас можно пробивать штрафной удар. Пока же лежит за пределами уже поля. 16 номер космоса, Евгений Кузьменко Алексей, здорово, он прошел по флангу, но свалили на нем, очень опасно, защитник Барса, но в то же время остановил, прошел по флангу, потому что очень опасным навесом. Очередная подача у нас будет, вспомнение космоса. Хорошо, летит забивает. Вот так завершилась эта атака. Штрафной удар по седьмым номерам здесь играет Сафин Роман. Давай, не останавливайся. На 10-й минуте матча. 10-й минуте второго тайма. Радик, играть до конца надо. Открывает что-то в этом поединке очень удачным ударом головой. Направил мяч в сетку ворот. Сложная ситуация оказывается. Сумская команда, нужно отыгрываться. По игре. Пока выходим, Тика, выходим. Делать тяжело, не появится критик. Это поле развивать свои атаки. Активно прессингуют их соперники. Ну посмотрим, кого больше осталось сил в данном конкретном поединке. В любом случае никто не собирается вступать. Один! Сейчас после первого забитого гола у нас откроется как минимум Барса. Больше силы бросить именно в атаку. Мы покажем атакует у нас космос. Хороший момент был. Успевает вратарь команды среагировать. И выбить мяч. Ценой небольшого повреждения. На руке, видимо, попало. Поднимается. Поднимается все. Хорошо у нас. Целокнул Владиславом. Раз вылетел на свою команду в первом тайме. Один раз выручил защитник команды. Барса вынесся. Мяч ленточки буквально ворот.
Барса переходит в атаку. Хорошенько. Все, все, разберите, разберите! Так они идут обратно. Команду Барса. Денис достаточно активно сразу же с места в карьеру, несколько раз зацепился за мяч, несколько раз выиграл верховую дуэль. Помог своему партнеру по команде. Проси, проси, Штири, еще! Штири, проси! Атаки. Иди, иди, иди до конца, иди! Но, к сожалению, не иди, вызывай его! Быстро. Еще, 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 доставай! Здорово, как играет защитник Барса. Середина! Пока разбирайте, середина! Свобода, свободы, середина! Тоха! Антон. Что, я давал дельну! Установка. Понятно, в команде Барса нужно отыгрывать, Понимаем, большой выбор тренера команды Султа. Нужно, возможно, уже по ходу игры. Начиная с этого момента, переходит в атаку Барса, не получается обыграть своего оппонента третьим номером. Серединка, разбирайте, разбирайте, каждый с каждым, Леха! Есть возможность у Барса завершить эту атаку ударом. Не будет здесь нарушения, мяч четко сыграл защитник Космоса, но отметим, что значит чаще переходить в центр поля команды С. Отдать должное. Показывает из каких-либо опасных моментов. Вратаря команды пришел в Космос Запорожье. Просто Александр. Но время еще есть пока. 14 минут у нас заканчивается второго тайма. Времени предостаточно. Реализовать свой момент, создать для начала, а затем уже реализовать. Космос мячом. Запорожцы мяч потеряли. Ну, уже в атаку переходит Барса, но не прочитал задумку своего партнера 20-й номер. Судья Егор, тоже Турчин Денис активный, шестой игрок, отдавал этот пас. Космос владеет. Все абсолютно устраивает, но не будет забывать. Счет 1-0 очень скользко. И все может поменяться в любой момент. Один выпад Барса. Жека остановился совсем, Жека. Двигайся, давай. Барса абсолютно выровнял. Полный случай ничьи. Назначена серия 11-метровых ударов. Это было в первом матче. 13 ударов. Выходите, какой, выходи! 26-й удар, вы были победители. С мячом Космос, и снова нарушение будет. Свисток дает. Главный арбитр матча. Есть возможность еще одну атаку провести. Понимают тренер Бах, с стороны стоит, не волит, Казани говорит, перейти на тренерскую скамейку и находиться в другой стороне, как бы болельщики.
исполняет, а пока у нас на штрафном ударе, мы будем наблюдать. В космосе хороший момент, очередной прострел, опасный, как видим, упор был сделан команды за прозвищем. Вот такие опасные прострелы, в надежде на то, что кто-то из футболистов своей команды, а возможно, из футболистов чужой команды, коснется этого мяча, и тем самым переведя мяч в ворота, но в этот раз не удалось. Пока мы видим, у нас на такой момент стоит голкипер матча, голкипер команды Барс, снова Абал, Чулак, Владислав. Ну все в порядке. На перевести двух капитанов. Не заметил это нарушение. Там соперника. Что ж, Барс, а вы можете мяч. Ну здесь на подборе. Здесь не верят на команду Запорожье. Достаточно высокие игроки. Запорожье выигрывает верховые дуэли. Не пали! Здесь нарушение, чтобы фиксировать на орбиту матча. Выходите, Гарик, выходите! Претензий никого не возникает к этому решению. Космос переходит в атаку. Давал пас. Вперед. Будет нарушить. Фиксирует нарушение. У нас уже непосредственно близости к воротам Барса. Много нарушений. В начале первого тайма. В начале второго тайма. Старт футболистов Барса. И тем самым. Оппонент все ближе и ближе к своим воротам. Удар идет по воротам. Вратарь уверенно контролирует ситуацию, собирает мяч в руки. Не очень сильный еще удар. И прямо в руки голкипера. Здесь снова над горе заключен Денис. Держи, смотри! Борьба у нас разворачивается уже не на шутку, и неудивительно, остается всего половина тайма второго к окончанию всего матча. Уже снова у нас повреждение получает на этот раз футболист Барсы. Драк Александр. Есть возможность у Барса завершить эту атаку опасным моментом. Достаточно опасно было. Коснулся вратарь космоса. Уже пальцем сделал этот мяч, перевел лобой. Удар защитные ритуки футболистов космоса, поэтому большая ставка, наверное, должна делаться именно на подаче с флангов, прострелы с флангов. Тем, собственно, они сейчас и занимаются. Идет подача, хорошая подача, но атака контролирует ситуацию, занося с линии свой ворот. Продолжается атака, третий номер уверенно контролирует мяч, хорошо дает пас, увидел своего партнера по команде, поднял глаза, увидел, отдельный плюс ему поставить, тут встречается на удар. Слатин Владислав высказывает претензии партнера по своей команде. В первую очередь нужно указывать претензии именно самому себе. Космос у нас. Убивал мяч вратарь от своих ворот. Небольшой перерыв. Арбитр матча, обе команды. Вот как раз 21 минута второго тайма. Там остается 19 минут основного времени.
не будем забывать про компенсированное время. И сейчас можно пополнить свои силы физические. В любом случае, футболисты обеих команд уже подустали, например, лежат. Не понимаю. Надо, ну, выход в финал, это уже до жары играть до конца. Подача идет. Стопнет лошадь и доходит, практически доходит до своих партнеров, которые приходится защитный кукурсница, убивает мяч на угловой. Еще одна возможность хорошего завершения атаки. Сумчан. Хорошая возможность здесь для удара, и пробивал 19 номер. Он очень сильно пытался удар, но полетел с твора ворот, и тут же был опасно. Но вратарь команды. Бороться, все стоят! Проводить атаки. Здесь уже будет за Барса. Тоха, за спиной, чей рот? Еще капитан Захар, ближе, середина. Уже стать, уже. Да. Как мяч не выиграл. Ура, поставь, поставь! Пока не спешит, не спешит тренер команды Барса. Да, мы будем думать, что на замене осталось всего два игрока. С немногочисленным составом приехала пускай Барса. А именно 14 человек. Хорошо обыграл. Здесь же опасно пошел в ноги сопернику. А не, ну тут ты молодец, сразу достаешь. Он уже одной ногой, правильно идет, пацан. Теперь Владислав, он получает предупреждение. Перед мячом, Фан, дурчи! Он неплохо обыграл, уже на сумочке посадил, все и руку. Второй игрок, которому Владимир очень опасно много. Здесь же арбитр проводит беседу с тренером команды Барса. Команде Барса.
болит. А что ты? Видит. А что? Еще он же в ногу играет, или что? Сладим Владиславу. Тем самым. Дали на эту установку. Таким образом, команда Барса остается в меньшинстве. И ситуация на футбольном поле для них ухудшается. Уходит время. Владислав. Активно достаточно на втором тайме справа делает. Еще одно нарушение. Я думал, он стоит. Очень вниз. Чем еще сможешь команде помочь твой? Судья! Накорилось на этот ног. Владислав покинул футбольную. Тем самым подвел свою команду. Потому что вдвоем сложнее команде. Захар, ниже разбирайте! Захар, разбирайте! Разбирайте! Сложнее команде. Интеграция, и уже Дима проигрывал, благодаря Богу Фортуна Романа. Второй половине встречи. Головой, подача со штрафного. Она причесит. Не стоит так, как мы. Наверное, самый активный игроку на футбольной площадке. Является как раз игрок, который вышел на замену еще в первом тайме. Турчин Денис. Нападение успевает отчитаться за мячи. На нем пытается ходить. Болит прекрасно. Пока без каких-то дивидендов в плане голов для команды. Я бы хотел отметить уже этого игрока, который изначально начал. Антон, с девятым внимательно, Антон! Со скамейки запасных и уже затем заменил Сезоненко Сергея. Пока у нас пауза в матче, проведет разъяснительную беседу главный арбитр, например, Рыжий Андрей, у нас обслуживает матч. Хочу напомнить, что в другом раунде углового, хорошая подача идет. Снова игрок опережает. Вратарь опережает игроков. Уверен, в общем, действует. Вратарь, по-моему, Серкота, Крайч Александр. Вышли, вышли, Галик! Вышли! Тайма. Не может прийти в претензии. А я напомню, что Барса одолела Давай, в финале турнир, где мы ее сейчас и наблюдаем на футбольном поле. Что касается команды «Космос», мы за счетом 3-1 одолели команду «Дешор» из Николаева. И уже ответная игра не состоялась. Техническое поражение засчитали команду «Дешор» Николаев. И тем самым запорожцы вышли. Уходи уже, уходи! Ты клоун или что? Я не пойму! Вышли вперед! Вышли вперед! У него правила вообще не существует! Команда Барса с 22 победами из 22 игр, 18 побед в первой группе они играли.
Вся команда, все три раза не слышали. Один раз проиграли, здесь мы видим. Да он не успевает, это тоже. Мячом. Все же уходит. Миша, Миша! Миша! Будет у нас замена. После замены я продолжу рассказывать о топовом турнире. Из Калининской футбольной лиги у нас пятый номер появляется на замене. Саня, посмотри, номер 5. Да не раб. Стой. Давай, давай на рывочке, давай, 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 давай. Под номером 5 у нас появляется Ковалев Денис. Маги Космос. Оторваться! Оказывается, это пятерка так пишется теперь. Пехота Владислава. Тоже у нас аут будет команда Космос. Удар поворотом идет. Неудачно блокируется удар. Ближе! Ближе, Стив! Здесь опасно пошел. Много сыграл. Сейчас помню. Космос. Но не остановил арбитр игру. Полили на все солнце скинули. Вообще, останавливай игру. Арбитр все-таки выписывает желтую карточку. Снова номер космоса. Ура, Александр. Заказчик Артем. Что номер выступает за Копровскую команду. Так вот, мы с бомбардиром. В первой группе в составе Барса стали один. Замена у нас происходит. 15 номер направляется на футбольную площадку. Деревянка Иван. В составе Барса, а в составе Виктор Космос, у нас наш там номером Писаревский Максим сейчас появится на площадке. Полуфинал у нас 36-я минута второго тайма идет. И очень близкий к полуфиналу. Команда из Запорожья, команда Космос. Напомню, в финале их уже ждет их соперник, который является командой Колос из Ковалевки. Сегодня в драматическом матче, в первом полуфинале одолел после матча. По результатам после матча от пенальти очень неучего соперника Дюсуша из Тернополя, тем самым одного финалиста мы уже знаем. Сейчас определяется второй финалист. Барса у нас выполняет штрафной удар, хорошая подача идет. Лиза, Лиза, Бакуа, Лиза! На штрафной площадке, и будет здесь уже аут. Ближе, здесь Космос подвигли, но Барса оставался не ближе, несмотря на то, что у них составили уже меньше игроков на футбольном поле из-за удаления Знатина Владислава. 14 номером получил за 5 минут две желтые карточки. Раньше времени покинуть футбольное поле. Барса атакует, пытается обыграть соперника в
больше, чем Денис, это у него не удалось. Выжимай, выжимай, Гарри! Мало. Подходите на середину! Свободного дают игроки космоса для своих соперников. Дополнительные силы отправлять вперед. Единственное, что терять нечего. Но есть еще возможность сравнять. Еще одна замена у нас будет произведена. 18 номером у нас будет Слава. Засенька Игорь. Они сюда приезжали в ворота до конца. Еще раз напомню, завтра уже состоится матч за третье место в 10 часов. Это же студион, где Александр, где у него состоится матч за третье место. А уже в 12 часов на стадионе Метеор, состоится финал, куда мы вас всех приглашаем. Мы трансляцию с этого финала. Комментарии сегодня. Пока у нас второй полуфинал заканчивается. Здесь 9 минута. Сейчас замена. Андрей, не сумел остановить мяч. Андрюха, помню, четвертый. Игрок космоса. Здесь уже у нас проводится последняя замена. Игрок космоса, который номер не отправляет. Стрельченко Владимир меняет Шугача Андрея. Три человека. А кому? Барс. Давай. По максимуму. То есть камень позапасной. Уходят в атаку футболисты Барса. Здесь тоже 9 номер. Причем его сразу несколько человек накрывает. Меняет он своего партнера. Вот, с каким номером. Меняет он Максименко Владислава. Что? Закончилось у нас основное матча. Иди же! Считанные минуты, пока непонятно, сколько добавил арбитр матча. К этому не самому интересному поединку, то есть он не забил вот большим количеством голов. Желтую карточку получает игрок из Сумы на этот раз за разговор с арбитром. Во втором номере отличился со знаком минус Голыбин Родион. Солнце за горизонтом, мы видим, тень практически на всей поляне образовалась, но там предоставляет более комфортные условия для игры в футбол, для вашего комментатора. Космос переходит в атаку. Солнечание собирается на себя! Иди до конца! Иди до конца!
Все, Жека, еще до конца. Здорово. Все, ближе, бля. Не пали. Жека, давай. Ближе. Ближе, дай. Стройте по планку. Ниже, зарокали! Убирай! Достаточно активно действовал этот игрок. Одна из последних возможностей Барса вернуться в строй. Забить ответный гол, сломать счет, пока это, к сожалению, для них не удается. Уже 2 минуты фиксированного времени. Переиграли команды. 1-0, честно, с таким роман. Пока этот гол остается единственным в этом матче. Близкий мистер космоса к выходу в финал. Дождемся финального свистка. Посигнализирует, какая из команд отправится в финал, а какая матч за третье место. Правец Александр отправляет на чертовых ворот. Здесь продолжается наша борьба, открывает, которые футболисты Барса. До конца Борис пытается ждать, тоже Барса. Самоотдача на футбол. Даже в меньшинстве они ничем не уступали в конце второго тайма своим оппонентам. И были даже несколько таких моментов для того, чтобы сравнять счет, но пока у нас 1-0 только остается. Почти 4 минуты уже переиграли. В втором тайме футболисты, одна из последних атак. Мне возможно, что уже после завершения этой атаки арбитр матча просигнализирует об окончании игры. Все опасно пошел. Да, так и есть. Да, об окончании игры. Со счетом 1-0 побеждает команда «Космос» в Запорожье, чем мы ее и поздравляем. Желаем также удачи команды «Барс» в матче за третье место. Ну а всех вас ждем завтра на финальном матче. На что он состоится? Господин Митёль будет вести эту прямую трансляцию. Ну а сегодня нас ждет флеш-интервью. Оставайтесь. Thank you.